Везение или закономерность на встрече с журналистами в международном пресс-центре МКР Медиа Александр Шелеменко объяснил, что помогло ему одержать самую быструю победу в карьере. Поединок с Брэндоном Хелси продлился всего 25 секунд. Хватило буквально одного удара в печень, после которого американец уже не смог подняться. Напомню, что Александр Шелеменко уже встречался с этим бойцом в сентябре 2014 года. Тогда Шторм проиграл и лишился титула чемпиона Беллатор за 35 секунд. Это стало для Александра его самым быстрым поражением, но реванш оказался более чем убедительным. Готовился к нему Александр в Омске, а свой фирменный стиль оттачивал в спаррингах со своим воспитанником Андреем Корешковым. Мне приходилось принимать, чувствовать, ощущать на себе все удары. И во время подготовки я неоднократно сам, скажем, был в таком нокдауне, или можно даже сказать в нокауте, от удара по печени. Самое главное, два развития у нас было. Либо это с коленом будет, либо в печень с ноги. И вот Андрей крикнул, и я решил ударить, и все.